Волков боятся. О, хороша. А сокроена, нет? Ну, конечно, чего хотели, его. Да мы сейчас, через час уедем уже. 350. А что, мы форель не купим? Форель купим тоже. А если форель купим, дешевле будет? Давайте за 2 сутки нормально будет, что там. Нет, а форель если купим бесплатно, наверное? Нет. Игорь, будешь нырять? А что тут ловить? Не, спроси, ловить на удочку. Карта или... идет, нет? Ну, сейчас вот вода прогреваться начинает, он ближе к берегу подходит. А в ставнике идет что-нибудь? Но он знает, он мне тогда и подсказывал места, я карпов выстрелял, когда у меня вон тот парень подсказывал. Ну давай на одного подводника выпишем. Че меня-то почему? А ты у нас самый этот, ниндзя, я за рулем, мне его вставать нельзя. А ты Ламбрусского уже хапнул. А че, мы все здесь? Игорь, стоим? Думаю, что за шляпа, да? За меня какой-то бунт опять, вне меня. Игорь, камеру возьмешь с собой? Я никуда не собрался пока. По очереди будет один подводник, потом второй, потом третий. В итоге один. А что мы здесь стали-то, ждем, да? Русь, объясни, что это, охотохозяйство какое-то, рыбохозяйство? Да, мы вон туда сейчас на беседочку сядем. Вон там беседочка. Пожарим, покоптим. Можем на мое место поехать туда, ну, блин, там... Русь, объясни, зачем мы сейчас заплатили 800 рублей, если могли все бесплатно сделать там на камне? Ну да. Там нет такой рыбы, какая здесь, и нет места. В смысле рыбы? То есть мы здесь нырять все будем или ловить? Ты в садках будешь нырять или где тут нет рыбы? Вот просто в озере сейчас можно нырять и стрелять рыбу. Не, а мы можем удочки закинуть? Вот я, например, удочку хочу закинуть и карпа выйдет. Ну пусть дадут. На всех форелевых хозяйцах удочки дают. Ну тут не дают. Да ты спроси, ты же не спросил. Да блин, раньше в том году давали, в этом не дают только из-за того, что опускают или этот, не до конца, она потом дохнет и валяется. Раньше давали. Да это херня все, давай спросим. Вон у того надо спрашивать. У какого? Он не вот этот, а вот второй там лысый. Ну поехали к нему. Но он нам тут на той неделе не дал удочку. Сам поймал нам с икрой. Я попросил с икрой. Нам с икрой выловил. Пинг. Ну, и давай лысый пускай ловит нас тоже. Ну пусть ловит. Пусть хотя бы рядом стоит, ловит. Ну, хоть нам снять жена важно, Руся. Не, он с очком ловит. Тьфу, ё. Да нахер это все фигня. Че? Да надо на удочку закинул, поймал, чтобы там клев, все дела. Из садка, что ли? Да. Да похеру хоть из садка. Ну вон, договаривайтесь с ним. Дебилы. Вот тот дальний. Не, ну в садке бессмысленно, мне кажется, ловить. Ну это хуйня полная. Мы берем рыбу, пожарить ее. Мы ее сейчас в фольгу захерачим и зажарим, вообще огонь будет. Фольга есть? Без фольги зажарим. У нас же решетка есть. Решетку захерачим. Нам небольшую тогда для решетки нормально будет. А что мы ждем, пока нам выпишут, да? А? Пока нам выпишут. Да, и этот, что? Русь, не кури в машину. С икрой будем просить, да? Ну, только чтобы экран, нам нужен тузелук же. Так вот просто. Сюда вот ее положим, а у Игоря потом это, ничего с ней не случится. Сразу бы сказать, солим, да сразу сожрем. Конечно. Нужна горячая вода с солью. Пускай нам сделают это. Да? Нужно его попросить, пусть они нам посолят икру. Дадим ему 600 рублей сверху, да? Да? Так и есть. Из общака. 25 рублей дадим. Блядь, Руслан, иди в жопу со всеми этими палочками, а. Блядь, выхожу. На туре, бля, вышел бы на улице постоял. Нахуй в машине курить. Травит, а, блядь. А так лучше? Да курить не модно, блядь. Ты что, забыл? Ты же модный парень, блядь. Очки, амбер-кромбер, все дела. Все равно сюда выдыхает, блядь. Отойди 5 метров, блядь. Куре за воды. 5 метров отойди от машины. Бля, всю машину накурил, сучка. Вот чё, бля? Меня напрягает эта бетонная мешалка. Иди лучше. Отключи ее. Это что, иди на карпа. Там карп плавает, тот карп. Где? Там. Они его отсюда ловят, вот 20 метров. Зачем? Ну потом продают, отдыхаешь, на который приезжают. Миш, давай, закатни. На тарзанке? Да. Садись. Видишь, брюно даже специально. Садись. Мастер-класс от Миши. Ты хочешь снять видео? Цирковое. Видео, которое наберет 1 000 000 просмотров, да? Надеюсь, да, что ты сейчас разобьешь голову. Давай. Ты туда ногами сядь, Миш. На бревне кто-нибудь по воде катался, нет? Там, наверное, да, уже я думаю,
Миш, ноги туда закинь. Что, бля, неохота, Саня, реально. Давай. Да две ноги туда. Прозрак, смотри, какой вообще бомба. У них везде прозрак, блин. Ну, нам от... Привет, да. Все снимают, а? Все подряд. Да? Все, да, всю жизнь свою. Всю жизнь? Да. Ну, поймай нам рыбу. С икрой. Как с икрой. И икру засолить можешь сразу? Я-то не солю, ты что не понимаешь? А что, ты не умеешь? Конечно, откуда не умеешь? Давайте научу. Зачем? Будешь солить. Да гостям зачем? Гостям дополнительная блядь, услуга. А? Слышь, это, 500 рублей за засол это, берешь? Две минуты делаешь. Блядь, я вон на мопеде прокачу и 500 рублей имею, нахуй, понял? Ну ты сколько катать будешь? Тут две минуты, вот, блядь. До беседы доехать, нахуй, 500 рублей. Это сколько по времени? Полчаса? А тут две минуты. 20 минут. Кто больше заработает? Я за две минуты. Да ладно, ты на камере больше заработаешь, хоть там говорить. Так купи тоже камеру. Че, поймали форели? А у тебя есть удочка? Удочка не ловим так. Ну давай одну удочкой поймаем. Не надо. Нахуй. Почему удочка? Портишь рыбу, да? Ну потому что все. Портишь рыбу удочкой, да? Ну конечно, сейчас. Если срывается, что ли, да? Почему удочку не надо? Вы все портите рыбу, козлы. Да? Ну. Надо с очком ловить. Мы подводные охотники. Понятно. Мы ныряем. Мы не портим, мы сразу хуячим и забираем. Ну, понятно, что молодцы. Только подранков составляем, но это редко бывает. Ну, опытные, да? Ну, конечно, профессионалы. Большая форель-то, не? Всякая, да? Так, на скольки? А какую тебе надо? С икрой какую-нибудь, большую? Не знаю, не знаю. Не самую не большую? Не могу сказать. На скольки форель у вас? Ну, три. Три килограмма. А вообще какая рыба? Блядь, карп есть, нахуй. А здесь какая температура воды? Да. То есть форели здесь постоянно нормально себя чувствуют, да? Да, хорошо. Ну, кислорода мало. Мало? Карьер, ёпта. Mm-hmm. А, это карьер, да? Ну, конечно. То есть это искусственное, да? Ну, конечно. Что. А мы думали, блин. А до каких глубин здесь? Блядь, ну ты говоришь. Кто как говорит вообще? Так подожди, камень здесь, блядь, вот этот сатанистский или какой? Нет, на другом озере. А, я, господи, я думал, мы здесь же. Ты что, смотри, какое маленькое озеро. Ну, да, да. Карьер, ёпта. Вон, окушки я вижу есть. Ну конечно, стреляйте нахуй. Ну конечно, блядь. Прозрак хороший. Прозрак бомба вообще. Ну они поплыли. Ну как? А эти, блядь, графики есть. Да ладно. Естественно, на среде? Ой, да ладно. Большие? Прям здесь нахуй. Ну большие раки или всякие. Потому что мы тут где-то ныряли недавно, блядь. Одна мелочь. Ну, там, на колдах. Да мелочь в кадре. Ну, много рака, но мелкий. Собирали, да? А что, щука? Есть? Я вот тоже думаю, то есть такая... Тут пенсионерки такие, нахуй. Пенсионерки? Себя уростом. Ебать, я не полезу туда в воду. Страшно? Ну. Не, блядь, уже все. Еле шевелят. Да проще, мне кажется, аэратор сюда влупить, не? Стоят, да? О, смотри, прыгает форель. Бой. Прикольно, смотри. А это чисто форелевые все садки, да? Ну, блядь. А ребят, что, на удочку ловят? Ну, почему там? У меня вход туда, блядь. Да ладно. А, не просто рыбачат, да? Ну, конечно. Они не садки, они просто щебачка ловят. Щебачка? Что такое щебачок? Это плотва. А. Это Москва, с Москвы, ребята, они не знают, что такое щебак. Да. С вещами не знакомы. Почему? Не, вон у меня до 14 стоят. Уже, блядь, две недели. Эй, ёбок. А. А, вот аэратор, да? Вот форель, ребят. Ну, смотрите, прыгает. Ага. Маленькая, да? Рассортировал еще все, смотри. Вот карпы живут вот здесь. Здесь кто? Вот хорошая, но он вот это озерная супер. Рыба такая. А можно одного стрельнуть прямо из садки? Конечно. А ты его купишь? Серьезно? Заныриваешь, да? Прям здесь стреляешь, промазываешь. Видео поснимать просто. Нихуя, не. Вот зеркалка, смотри какая. Я не вижу. О, нифига себе. Вот отсюда видно их. О, вообще хорошие, да. Не, ну как, 3 килограмма, да? Трешка где-то, да, они? Так, 3-5 есть. И 5 есть? Ну, там сколько? А какая глубина вот этого садка?
Метра два, да? Каких метров, да? Пять. Пять метров? Конечно, она на 4 метрах стоит. Нихуя себе. А глубина какая здесь? До дна. Прикольно. Ну, 6,5. Так, пошли следующий, а там что? Форель там. Это два, три, все форелевые, да, остальные? Да. А сетры вон там дальше у меня. И осетры есть? Конечно. Хрена себе. Вот это хозяйство, вот это я понимаю. Да, о, смотри, они тут покрупнее. Блин, смотри, здоровые. Вот там а это будут ловить. Форельки, да? Ага. Они тоже прыгают, да? Бывает все. Прыгни, сучка. А, одна сдохла, смотри. Нет. Ну, есть такое, да. А там чего? Блять, ну кислорода в озере нет, и вода прогревается. Да, да, форель не любит. О! Да, она не любит. Ух ты, красавцы какие, блин. А это что такое вот не берет? Кормушка эта. Смотри, сколько их там много. Она же донная рыба, я еще. Она здесь сетка гриз не больше. Ребят, не знаю, видно вам или нет, но вот они плавают, красавцы. Чебак-то на полкило, наверное, даже побольше. Да, да. Ого. Есть такое у нас. Что, ты поймал, да? Ну, он две, я две. Больших, да? Ну, по полкило-то. Ну, нормально все. У вас рыбалка прям идет, да, нормально? Да нет, это не да. Да? Ну, сейчас до вечера ты на лодке. Как всегда не вовремя села. Все равно мутновато здесь вода. Нормально, понырять хватит. Пойдешь пишем? Так, а вот здесь кто? Нет, нет. Там карпы куплены. Ни одного нету. Здесь тоже карпа, да? Да. Ну возле труб вот этих. Судаки вот такие стоят. Где? Возле труб. Подводники. То есть вот здесь вокруг садков понырять нет, будет, да? Нет, нет. Не надо вокруг садков. Не, садки не трогать, а просто... Не, ну садки не трогай. Определённые люди у нас, да. Так, а мы что, не определённые? Сколько лет уже? Так, давай познакомимся. Так, давай познакомимся, выпьем, посидим, пообщаемся. Я-то не пью. Узнаешь, я так, а мы-то пьем. Ну, Петя на здоровье. Я свое уже выпил. Давно призовался, блин. Блин, я понырял бы здесь возле садков, да, Игорь? Возле садков? Ну, он говорит, что здесь судаки стоят, херачат подводники возле садков. Вот, вот здесь под столбами стоят. Да ладно? Да. Здесь херачат. Я вон там здесь херачат. Уяк. Ну, что ты... Как так быстро, блядь? А вот как это все? Дохлую достанет, она портит там рыбу. Знаю. Ой, воду. У меня собака не похуй. А? Зарядите его никак? Да можно зарядить? В машине лежит, но да. Сейчас не подержимся. Стоим, разговариваем, куда сейчас рвать? Будет холодно, дальше дополнительно этот, и хороший. Так, снимай приспособу какая прикольная, сетку поднимай. Окей, ну где мужчина? Сейчас ее стук поднимут. Погнал, да, его? Там тоже раз-раз-раз такой же. А зачем? Не надо. Сейчас я пускаю, подожди, подожди, подожди. Подожди. Что ты полюбишь? Да я же оператор, снимаю тебя. Ну, у меня же старый.
Как себя чувствуешь, когда ловишь такую большую рыбу, блядь, с очком? Кайф, да? Че, все? Давай поднимай еще. А подними побольше, посмотри, чтобы вообще... Не, нельзя. Им плохо бы да будет. Жалко, конечно. Конечно, зимой приезжай. Зимой? Зимой я тебя задеру ее. А ты их поднимаешь на зиму, да? Конечно. Они помрут, да? Зимой она себя чувствует. А куда ты их зимой деваешь? Какие-то сидят они так. А, ты просто выше забираешь? Да зачем такие? Рации же не дают замерзать. Давай. Ага. Слушай, плохой ты рыбак, я смотрю. Три попытки уже. Сколько? Мы не пугаемся. Волков боятся. О, хороша. А с икрой она, нет? Ну, конечно, чего хотели, его. Тихо, не убивай только. Ну, как ее не убивать? Ты как ее понесешь? Ну, все, в комментариях просто взрыв. Да, ты садись, братан. А наоборот, это самый гуманный способ. Конечно, это самый такой, но нормально. Красота, вот это я понимаю. Да. Пацаны. А вот икра из нее сыпется, смотри. О, да, икра ли. А ну у тебя вся, что ли, с икрой? Нет. Ну, есть. Или это не икра? Икра. Блин. Жалко, конечно. Я открытый, помню, что там горбуша, а потом во время нереста они же. Там чисто самки, что ли? Ну самцы здесь, блин. Красота. Что, я несу, а быстро они растут? Вот этой 2.5 года? Охренеть. Долго. В озере петуху плавает. 5 килограмм. Здесь есть тоже такие? Конечно. Есть здесь в озере, я тебе говорю. Я в том году видел, но она не подпускает. А ты ее не подстрелишь, она тебе не подпускает. Она не подпускает, я ее в том году видел. То есть не было подводников, которые стреляли? Вот такую, ебать, дали. Ночью я в том году нырял, она стоит, я даже шевельнуться не успел, она пшук, все. А ты разрешаешь ночью нырять? С фонарем? Ночью нырять? Судаку. Ну что, мы уже нормально познакомились, да, чтобы нырять? А мы сегодня все равно уезжаем уже. А мы все сейчас? Мы тебе рекламу хорошую сделаем. У меня 115 тысяч подписчиков, да, посмотрит это видео. У тебя народ попрет, охренеешь, все фонари. Из Екатеринбурга, город Снежинск. Да. Через 2 недели набери это на ютубе, знаешь, как я назову это? Челябинские будни. Да. Вот. Набери челябинские будни. Челябинские будни. И увидишь это видео. Садки с форелью. Да. И нормально. Ну так в Йобурге, блядь, много ездят. Приезжают сюда, да? Ну что-то отдыхаешь, да? Ну давай поныряем вот здесь, вот садков. Хотя бы один человек. Вокруг один человек поныряет. То есть рыбу не трогаем, рыбу не половину тебе такое. Отдадим. Не надо сюда. Ладно, одну стрельнем хотя бы. Ну, конечно, кормят же здесь. Да, они сюда подходят и делают. Игорь, я тебе объясняю, мы в Москве только так и ныряем под садками. То есть ты подплываешь, а вся рыба там стоит. Да. Именно карпы. И, они чувствуют, что здесь кормят их. Они все вот здесь будут рядом стоять. Но мы ночью, я не знаю, как днем, понимаешь? Поэтому было бы интересно, на самом деле. Нет, днем почему это у меня подводник стрелял? Тоже днем, да? Того стрелял. Большого? Нет. А полтора, тут нету, два. Тут он одинаковый. 1.5-2 килограмма. 2.5 максимум. Прикольно, ну. Не, просто и прозрак охерительный. Мне кажется, вообще кайф. А там под берегом нету, да? Сюда там карп. Вон там, да? Карп. Пацаны, там, если там, есть садки, надо плыть сюда. Да. Это без... И дай одного человека они сюда. Они же купили. Залезть, опытные все ребята, там садки трогать. У нас уже вот сегодняшняя путевка. Ну, подъедете сюда. Одного запусти, ладно? Там будем на домике. О, красава. Вот это я понимаю. Все, жирно пожарим и сейчас залезем. Давай. Спасибо тебе огромное. Давай. Серега меня звать. Серега, приятно познакомиться. Саня. Понял. Саня из Москвы. Понял. С Ютуба. Понял. Ты вот так вот делай. Не забудь. Да. Смотри. Это я вот, Александр Кондрашов. Нажми, подпишись. Нажми. Все. Серега подписался. Давай, Серега. Спасибо. Пацаны, Серега подписал на YouTube. Я первый раз на форелевом хозяйстве. Было интересно посмотреть. Сейчас мы засолим икру, пожарим рыбку.
На обед, хорошо, да? И свинцом форель покушаем. Игорь, ну мы что с тобой? Как эти? Мы сейчас что, назовёмся, да? Да. Вот так вот челябинские люди проводят выходные. Приезжают. Подожди, почему выходные? Ой, сегодня... Сегодня четверг. Вот так в четверг люди отдыхают, да? Сегодня четверг, рабочий день. Приезжают, форельку, хоп. Да, даже гидрик не одел, он в Руси уже тащит 2 килограмма форели. С икрой. Да. А потом фоточку в инстаграм, хоп, ребят, приезжайте на подводную охоту. Не, надо было еще гарпуном ее подписывать. Подписывайтесь в инстаграм. Давай, Русь, скажи, подписывайтесь на мои новые видео, ставьте лайки. Да, дизлайки, все ставьте. Вот так вот, ребята, да. Так надо заманивать народ. А тебе что, не нравится? Да, отлично, что. Отдыхаем, оп-оп-оп-па-па. Отдыхаем хорошо. Потеряли все бабло. Заработаем еще. Миш, давай, а ты что так не говоришь? Или правильно ты... говорить, не потеряли, а прогуляли все бабло. Мы же не теряем бабло. Хорошо, прогуляли все бабло. Прогуляли все. Слушайте, бабло, а что? Еще. Это для мальчиков, для тех, которые с девочками? О, да. Да она же... Ее же глуханули вроде. А, не, она что-то вон... А что, ее надо взвешивать, а нет? Да. Где? А вон уже смотри уже. Опа. Смотрящий ты уже идет взвешивать, да? А мы поймали рыбу. Сами. Да, а? Сами. Бесплатную? Говорят, не в садке было. Мы поймали бесплатную рыбу. Нам удочкой не дают рыбачить. Подрастет, приезжайте. Так, так, так. Иди, снимай. Я говорю, она... Так, цены. Цена живой рыбы. Сик, судак, карась, лещ, карп. 1,5 килограмма тазик весит. Так. Живая. 600. А что, есть мертвая? Есть. Мороженое. О. 1101 рубль. 1198. А, 1098. Да. Товарищи, у нас общак-то кончился. Я плачу. Ну сейчас давай еще скинемся, что. Нормально? Ну сейчас зажарить его все огонь, да? Ну, надеюсь. А из нее что-то как будто белая бежит, а не икра. Если ты ее хорошо кормил. Не, если белая, значит самец. Вы что, да, вон белое молоко бежит. Ну, блин, значит самец. Ну ладно, давай еще. Я еще пострел икра вроде. Она без икры, давай. Сейчас 2 рубля принесу. Да ладно, не надо, спасибо. Ребят, мы с вами телепортнулись в беседку. Красота. Ой, красота, дай Мишань, посмотри. Ну, дай посмотри. Открой, дай открыть можешь пока. Ну дай посмотрю. Ну открыть можешь пока. Ой, что пиво хочется. Давай себе кавам откроем. Давай, кстати, нормально. Зажрал, скотина, да? Да. Ребята, ну я пока посижу, вы все делаете. О! Давай, Игорям, в лесенку. В лесенку? Ну да, один делаешь, потом я один, два, два, три, три. Миша, давай. Я не умею. Я тебе пизды дам. На, снимай тогда нас с Игорем. Игорь, мы будем приучать молодежь к спорту. Давай. Руслан, будешь? В лесенку, Русь. Все. Игорь один уже сделал. Русик сейчас будет рыбу чистить. Давай. Только против солнца получается. Русь, иди сюда. Не будем один. Успевать отдыхать. Достань этот. Русь, сделай один. Достань. Бля, мы пиво пьем, нельзя мешать, блядь, алкоголь нахуй со спортом. Вы че, ребят? Раз, отлично. Два раза. Будешь мешать? Давай. Давай, Миша, давай. Значит, Миша, один сделай. Раз. Пускай догоняет. Два. Давай. Миша, давай, спорт, покажи. Все, пошла жара. Миша, пока... достань мне нож, я буду рыбу чистить. Давай, один раз, Миш. Смотри, Миша умеет подтягиваться. Миш, держи. Так, Миша, что подтягивается? Вот так. В смысле? А как надо? Рост позволяет. Ты что, Руслан, все, выпал? А что, уже двушечка пошла? Да, давай, Мишань, сразу. Двушечка. Спасибо, я наш... А, я же два потянулся. Да, Миша прикуривает на два. Хорош. Игорь, три надо сделать. Вот так в дворах мы в детстве всю жизнь занимались. Мы так вообще поэтому я могу сейчас... В студенческие годы так же херачили. Поэтому я могу 100 раз отжаться на брусьях. А ты можешь, Миш? Я двадцатку на брусьях делаю.
подход в среднем. Не, ну вы качки, куда мне до вас? Давай, блядь, дрищ. Раз. Раз. Два. Раскачка уже пошел. Сейчас мы тоже начнем раскачиваться, да? Раз. Два. Три. И четыре. Красава. На самом деле неудобно. Нет, держаться неудобно вообще. Не, а тут нагрузка совсем другая идет, видишь? Здесь пальцы еще очень много, да. Так вот зажимаю. Не, ну тема интересней. Сколько, четыре, да, мы делаем? Да, смешно, сука, при этом, блядь. Слушай, а можно вот так попробовать, брат? Да. Не, ну там уже будет другая группа мышц работать. Без разницы вообще, это как... Надо же пять потянуться, значит. Да. Сколько, четыре, да? Да. А кто руки выпрямлять будет? Скачки. Руки-то кто будет выпрямлять? А, да какая? У меня ноги доставят, если я руки выпрямляю. Блин, неудобно торпиться. Сейчас сколько? Четыре, четвертый вот этот. Нет, четыре. Сколько пять, пять. Еще пять. Один. Страшно, морды вылупиться. Сань, за это видео Симонов тебе лайк поставит. По-любому все поставят лайки. Пацаны, должны лайки ставить за такую тему. Миша, бля, подтягивает. Русь, а ты че? А вы троите, кто-то рыбу чистит, костер разводит, эти там, блядь. Сиди, че мы делаем, Руслан? Только чити вы. Симонов, лайк. Три, Миша. Четыре, Миша. Давай, пятый, Миша, не подкачай. Все, шесть? Я не подтягивался, да. Год уже, наверное. Раз, два, три. Можно так, да? Да-да-да. Четыре. Пизду. Я пешком отбрал. Пять. Шесть. Давай, Игорь, на, держи. Миша пиво пошел пить. Парни, вам принести пивка? Не, на перекладине намного проще, кстати, да? Так тема интересней. Понятно, что проще. Давай ничью, Игорь. Пацаны, победила дружба, потому что у меня пальцы уже отваливаются. Я сдался. Миша, ставим лайки за это видео, открываем пивасик и отдыхаем нормально. Йоу. Во время отдыха заниматься спортом всему свое время. Я еще забыл предупредить, что беседки 800 рублей. Но мы из беседки выйдем тогда. Так мы час всего посидим. Конечно, мы зажарим, да уедем. А сейчас начальство приедет, ничего не надо. Ну если приедет, мы заплатим, не приедет, мы посидим. Реально? Не, не надо. Блин, он что, начнет там квитанцию, еще что-нибудь. А что, пошли тогда, он тебя уволит? Ну пойдем мы сядем, нам беседка не нужна, реально. А, ну все, ладно. Нам реально не нужна беседка. Блин, я нам просто ладно, костер нужен и все. Мы вон за столик сядем, куда там, куда угодно, куда нам пойти. Вон, давай, за дубы берите, сколько надо. На дрова мы с тобой привезли. Может, мы просто беседку, я не знаю, заходить не будем, вот здесь пожарим и все. Ну да, если что, договорились там. Да, просто так, костер нам нужен и все. Окей, ладно.